Так, привет, друзья! Приветствую вас на моем канале. Сегодня хочу маленько отступить от своей концепции к моему каналу рыбацкого кулинарного и маленько поговорить о партнерке. Вообще, нужны они или нет? Я состою в партнерской программе уже 7 месяцев, 18 августа 2016 года. И сейчас я от нее пытаюсь отписаться, отказаться. Вот, видите, 13 апреля, может быть, меня отпишут. Почему? Я просто стало интересно, сколько платят YouTube за 1000 коммерческих просмотров и сколько платит партнерская программа. Дело в том, что когда вы заключаете договор с партнерской программой, с любым партнерской, там, я не буду называть конкретно там название, не суть важно, с любой партнеркой заключаете договор, они автоматически получают право доступа к вашему личному кабинету, к вашим личным данным. И конкретно вот к YouTube Analytics. Это самый важный такой показатель на YouTube. Вот. Вот эти все данные, самые интересные, не вот эти вот все, да, показания, тут все это не суть важно, там, данные в реальном времени. Можно посмотреть, сколько кто каналов в сутки. Вот у меня 22 тысячи просмотров за двое суток. Да? А вот это надо смотреть. Эффективность рекламы. Принято считать на YouTube, что все это блогеры об этом много видео снимают, что стоимость 1000 показов примерно $1, ну чуть меньше, чуть больше, ну в пределах вот в этих вот размерах. Я думаю, интересно, блин. А сколько же получается платит сам YouTube непосредственно? AdSense, прямая партнерка от YouTube, не вот эти вот посредники, а партнерка от AdSense. И я создал второй канал, абсолютно серый. Здесь на нем всего ли у меня сколько, я посмотрим. Так, это не тот. 8 подписчиков и всего 6000 просмотров с небольшим. Давайте посмотрим, сколько стоит реклама на прямой партнерке от AdSense. Мне просто ради этого был создан этот канал. Я его удалю, он мне не нужен. Это было чисто тест. Потому что у кого-то спрашивать, что-то выяснять. Так, вот, сейчас смотрим данные. За этот месяц, за март конкретно, чтобы не будем распаляться. Вот, 1 по 26 марта смотрим эффективность рекламы, сколько стоит же здесь реклама. И о, какой интересные цифры показываются, ребята. Вот, на AdSense с 1 по 26 марта реклама стоит за 1000 показов $2.35. И за 1000 показов, это значит, когда реклама, не надо по ней кликать, просто показывать, $1.75. И разницу почувствуйте, как говорится, сами. Вот это канал мой основной, он подключен к партнерке. Интересные цифры, почти в два раза разница в цене. 2.35 и 1.22. Не говоря уже вот про это, есть уже даже больше, чем в два раза разница, да? 73 цента и $1.75. Целый доллар с небольшим. Куда эти уходят деньги? Куда эта разница уходит? В карман партнерки. Вас просто обкрадывают. YouTube платит вот эту сумму. Партнерка платит вам вот эту сумму. И с этой суммы вы еще партнерке выплатите 30% ее, как бы, партнерские эти, по договору. Обычно 30% там, да, они берут свой процент. Заказывание услуг. Услуги у них какие? Якобы они там вам выводят. Очень у них один большой плюс, я вот так скажу. Это вывод денег. Можно выводить денег, когда канал маленький, доходы как бы небольшие. И там с 50 центов можно вывести на веб-мани кошелек. Но зачем эти копейки вам нужны, непонятно. Я вот туда влез и теперь очень сильно жалею. Я написал своим партнерам. Ребята, кстати, реклама была в начале месяца, стоила $10 на центе. Вот видите, здесь плохо видно. А на прямой партнерке на моей $1.10 стоило. $10 и $1. Разница есть в 10 раз. Я им пишу. Ребята, здравствуйте. Вы как можете прокомментировать, почему такая разница в цене на AdSense и у вас? Они мне пишут. Ну, извините за задержку. Письмо было отправлено 6 марта. 17 марта они мне отвечают. Дело в том, что так, таких цен, как у вас на скриншоте с AdSense, не может быть. Ну, это я, наверное, сам их себе нарисовал и придумал. Скорее всего, они там откорректируются. Я говорю, хорошо, ребята. Пишу 20 марта, отвечаю. Захожу на AdSense. О, какие цифры. $2.08. А здесь по-прежнему $1.20. Здесь $1.50
стоимость просмотров, показов, а здесь 73 цента. Опять разница чуть ли не в два раза. Я им пишу, ребята, это верхний график оценок ниже вас с дорогой рекламой, как вы обещаете, дорогую рекламу. Они мне пишут, не нужно равнять 55 коммерческих просмотров и 43 тысячи. Да, цена за 1000 по коммерческим просмотрам указана средняя, поэтому может быть такая разница. И то я думаю, что в конце месяца она откорректируется еще за все время подключения к нам. У вас 15% дохода составляет реклама без возможности пропуска, которая нет в прямой партнерке. Короче, суть такая, что они говорят, давай подключай рекламу без возможности пропуска, грузируй канал рекламой, и будешь с этого больше зарабатывать. Но я не хочу так делать. Я об этом им пишу. Хорошо, ребята? Пускай про 15% рекламы из возможности пропуска, но вам-то я плачу 30%. Все равно цифры не в вашу пользу получаются. Но они очень вежливо отвечают. Добрый день, конечно. Посмотрите. Посмотрите, конечно. Просматривая ваш канал, я увидел, что у вас много длинных роликов от 10 минут. На этих видео можно выставлять дополнительные рекламу паузы, что, может быть, повысит ваш доход, как это сделано, ну, по ссылке на РМПР. Ну, грузить канал рекламы я не собираюсь. Единственный выход... это просто отказаться от этой партнерки. Если, конечно, ребят, вы, у вас 100% авторский канал, если вы не используете музыку сторонних, там можно в YouTube библиотеке музыкальной скачать там очень много музыки. Или просто купить музыку и использовать ее. Я вообще музыку не использую, мне она ни к чему. Я просто показываю видео, как они есть, и все. То партнерки вам не нужны. Бегите оттуда, не подключайся с ними ни за какие деньги. Я очень много нахваливают по свои партнерки те, кто собирает реферальную, работает по реферальной программе. Чем больше людей он там заманит в эту партнерку, тем больше он будет получать от вас процент. С каждого реферала будет выходить процент, и тем самым мне тоже предлагали эти мои партнеры, давай, говорит, подключай, организуй реферальную рекламную кампанию, набирай рефералов, и будешь хорошо от этого зарабатывать. Я говорю, ребята, если вы мне не нравитесь, как я могу вас рекомендовать кому-то еще? Вот такие вот дела. Вот цифры. Это вот на сегодняшний день. Сегодня 26. Так, сегодня у нас 29 марта. Маленько тормозит обновление этого YouTube аналитика. Вот. С 1 по 26 марта на моей партнерке реклама стоила 1.22 и 0.73 доллара. И на оценке 2.35 и 1.75. Конец месяца, это уже откорректированные данные, как мне там писали мои партнеры. Нужны вам такие партнеры или нет, которые будут воровать ваши деньги, обкрадывать вас? Вы будете на них работать или нет? Решайте сами. Я для себя решил, я свой канал от них отключаю. Я нажал вот эту вот кнопочку замечательную, не знаю, как это все будет работать. Еще осталось, вот сколько, две недели, посмотрим, что из этого выйдет. Так просто ли от них отказаться или нет. Вот, я отправил запрос на отключение от сети, доступ партнеров к вашему каналу будет закрыт не позднее 13 апреля. Посмотрим. Ну все, ребята, все, что я хотел вам сказать. Если у вас канал авторский, не вздумайте подключать никаких партнеров, они вам ни к чему. Все там, которые они проводят, хэнгауты, там обещают всевозможные вам плюшки. А как они отвечают на вопросы, вы сами видели. Вот, это все скриншон. 6 марта я вам задал вопрос. 17-го мне ответили, это называется быстрая техподдержка, 11 дней. Вот сколько я им писал, очень долго отвечают, проводят они, конечно, хангауты, но они все есть в свободном доступе, если вы так сильно хотите их хангауты смотреть, подписывайтесь на их каналы, смотрите, все это бесплатно, есть замечательные каналы, люди, блогеры рассказывают все подробно, доходчиво и без всяких партнеров, можно найти всю эту любую информацию. О канале, о том, как оптимизировать канал, как прописывать теги, грамотно все это делать, и у вас начнет потихонечку набираться количество просмотров и подписчиков и так далее. Партнеры вам, в кавычках, которые партнеры, сомнительные, которые крадут у вас, я думаю, никому не нужны. Так что смотрите сами, вот, все. Число с 1 марта по 26 марта, и здесь то же самое. Так, YouTube аналитика. За один и тот же период. Но какая разница в цене? В цене за рекламу. Эффективность рекламы смотрим. И, пожалуйста, $1.22. А здесь у нас воруют целый доллар, даже больше.